Фильмы Быкова надо смотреть как минимум в тесной компании ваших родных или друзей, а как максимум – одному. Почему одному? Все просто, эти фильмы и реалистичны в плане отражения сегодняшней действительности, они прямым кадром показывают всю суть человека, ее подноготную, все самые отвратительные черты, которые вступают в вечную борьбу с таким большим словом, как совесть. Герои этих пяти фильмов просты, они изгои как в системе государственного строя, так и в системе ценностей, от которой по разным обстоятельствам начинают испытывать душевные муки. «Один дурак» год, 2014, продолжительность. 1 час 56 минут, страна, Россия, рейтинг, 8,1, жизнь, странная штука, с таким же странным механизмом вращения барабана удачи. В фильме эти слова подтверждаются резко и отчетливо. На что может повлиять обычный сантехник, живущий в маленькой квартире с родителями, женой и ребенком? На что может повлиять студент строительного вуза? На что в принципе может повлиять человек, который один встал попер? Ёк горло коррумпированной мэрии города? Став свидетелем факта, который неминуемо перерастет в следствие, гибель целого многоквартирного дома, главный герой начинает путь в центр непроходимой тьмы, идет в самую пасть зла, чтобы добиться своего. Потрясающая завязка и концовка точно не оставят вас с пустой на душе. 2. Завод, год, 2018, продолжительность. 1 час 49 минут, страна. Россия, рейтинг. 7,2, белая, пролетариат. Черная жадная капиталистическая пузо. Такой контраст кидается зрителю в первые минуты кинокартины. Нас знакомят с группой рабочих, с их одноглазым от не лучшей жизни лидером, который собрался устроить бунт, террор против своего начальства, которое задерживает зарплаты не первый месяц. План чертовски гениален, захват и вымогательство. Все честно и грустно. На протяжении осуществления задуманного переплетается напряжение, высокая смысловая нагрузка и неплохой боевик. Конец в стиле автора, угрюмый, задумчивый, оставляющий после себя больше вопросов, чем ответов. 3. Майор, год, 2013, продолжительность. 1 час 39 минут, страна. Россия, рейтинг. 7,5. Ты защищен системой от всего. От несчастного случая, от людоедского приказа, от своих ошибок. Но этот человек, который носит погоны и дал присягу, от защиты отказывается. Он сбивает ребенка при матери, звонит коллеге, и вопрос решается на месте. В течение этого же дня события набирают оборот и выдают очередную порцию для раздумий о морали, поступках, о себе, как бы поступил сам. К просмотру, более чем рекомендуется. 4. Жить, год, 2010, продолжительность. 1 час 12 минут, страна. Россия, рейтинг. 7,4, серьезный фильм о серьезнейших вещах. Это дебют режиссера. В центре внимания очень слабый человек, которому придется сделать сильный выбор. Экзистенциальная мрачность пронизывает каждую секунду экранного времени, постоянно повторяя: «А что сделаешь ты, чтобы выжить?» 5. Сторож, год, 2019, продолжительность. 1 час 46 минут, страна. Россия, рейтинг. 6,5. Это фильм-притча, выдержанный в мизантропических мыслях. Сторож старого санатория утром находит своего пса повешенным на дереве. Это дело рук его старых знакомых, от которых он тщательно пытается скрыться. Что странно, к нему тянется молодая супружеская пара, двое богачей, считающих себя вечными людьми на планете за тем же самым, что и он, обретение тени от длинных рук прошлого. Напишите в комментариях, какой фильм вы уже видели и ваши впечатления. Подписывайтесь на канал, следите за новыми постами, делитесь с друзьями и ставьте лайки.